Охранница долбаная, дай поспать. Доброе утро, моя любимая. Доброе субботнее утро. Как она достала, зараза. Чтоб ты обосралась и воды не было помыться. Доброе утро, мои любимые. У нас с вами сегодня 17 сентября, суббота 2022 года. Не забудьте поздравить Александра, Николая, снова Петра, Федора и Юлиана. Ну, значит, и Юльку можно поздравить, если Юлиана. И дедушку Федя с днем ангела. Нас утро встречает прохладой. Привет, мои любимые. Опять разбудили меня чуть свет эти лангольеры, хоры, коты по мне ходят с утра пораньше. Так что ж вы на меня прыгаете? Я ж вас накормила, напоила. Выгуляла. Это как хора вообще становится. Ужас. Ах, красота. Ай, больно. Ты что кусаешься? А ну, брысь. Брысь. Нельзя. И такая дребедень. Целый день. Помните?
У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да кило это к 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Утром, где-то час назад, хотела ехать в горячие. И опять мне назадавали кучу дел. Придет какой-то электрик устраивать на этом. На участке какие-то прожектора. Еще что-то. Короче, своими делами вообще не могу заниматься. Не могу ни в горячий съездить, попробовать продать этих лангольеров. Ничего. Так что принимаю. Все, что происходит, значит, так надо. Смотрите, тут как будто крокозяб был какой-то, голова, лапы, хвост сидит. Огромный. Сказали нам, что через там сколько-то дней, сегодня суббота, в среду вроде, приезжают наши хозяева. Я Юльке говорю, тогда во вторник надо валить отсюда, если они в среду приезжают. Она говорит, почему? Я говорю, ну так, шучу. Небо обалденное, правда. Я уснула 3 часа, а то и позже. Позже. И проснулась, наверное, вот разбудила меня Хурита. Забежала в комнату, начала лаять. Где-то 6:30. Так что я 3 часа спала. Но говорят, организму достаточно 3 часа. И он бодрый, здоровый, красивый, молодой. А когда пересыпаешь, то типа стареешь. Хотя, когда спишь на свежем воздухе, то молодеешь и излечиваешься и так далее. Всегда на свежем воздухе очень долго человек спит. Птички поют. Что это за птичка такая летит у нас тут? Ух ты, первый раз такую вижу. Прекрасную. Вчера меня за мизинец укусила какая-то зараза. У меня теперь опух мизинец. Похоже на комара, но очень-очень-очень большого. Не знаю, что это за зараза залетела. Когда я засыпала, почувствовала так, как укол. Как будто, знаете, это пчела укусила. Я включила свет, смотрю, такая большая. Ну, такая даже похожа на осу. Но вроде потоньше немножко. Пограциознее. Укусила меня так вообще. Кисюня, выходи. Кс-кс-кс. Пошли гулять. Пошли, Люсьен. Так отпустите вы его. Кеферони. Кеферони. Не трогай кисеньку, пусть гуляет. Чего ты к ней пристаешь? Какой-то ты возбужденный сегодня. Точно тебя надо продать. Они поели, и что-то у них какая-то энергия пошла. Может, мне тоже поесть? Я 1.5 часа назад проснулась, еще не ела. И не пила, и не ела. Только помылась, помыла посуду, немножко прибралась. Надо что-нибудь приготовить. Вот такие у нас тут спортивные игры. Что там грызешь, эй? Кисуня! 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 Красавчик мой! Со мной спал. Хотя он нашел себе место и там спит. 3 дня там спал. А сегодня пришел ко мне. Спал со мной. Мой красавчик.
как тут мой перчик принимается. Я его вчера тоже полила. Видите, ветром все цветочки попадали. Привет, цветочек упал. Опять кошку гоняют. Хвостами машут. Счастливые такие. Тык-т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 ык. Она их по мордасам бьет. Он. Мишель! Мишель! Привет! Привет! Хвостомахи! Да отстаньте! Нельзя за ноги кусать! Нельзя! Как Хора, правда. Такая же чеканутая. Да отстань! Играйте вдвоем. Зачем вам я для вашего? Забыла, как слово называется. Да не важно. О, солнышко выходит. Солнышко смеется, грянет гром. Она сама к ним бежит, видите? Они играются, ей хочется, ему хочется тоже. Кисуня! Кс-кс-кс-кс. Кисуня! Кисуня! Какие они все-таки красивые. Вот там цукорий. Вообще. Да отстань, зачем ты телефон кусаешь? Иди отсюда. Цукорий. Да, да. Кисуня, ты у меня самый классный. Ни за ноги не кусаешь, ничего. В отличие от этих бешеных. Тык-тык-тык, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Такое прекрасное утро, мои любимые. Божественное и волшебное. Легли мои львы. Опять бью мимо, опять бью мимо, хоть цель близка. Последние силы, собрав для броска. Гремят кастаньеты, ликуют трибуны, и что-то там близко. О, невыносимо! О, невыносимо быть в шкуре быка. Опять бью мимо, опять бью мимо. Пою. Да, оно само поется. Лезут за ней. Вот дурачье, сейчас в канаву свалятся. А этот... Видели, он прыгнул прямо возле ямы. Вот такой кеферони прыгает. Каскадер. Каскадеры, каскадеры. Пусть живет у вас романтика в сердцах. Это наша судьба. Жить не можем
иначе. Смотрите, куда она полезла. На дерево, Мишель. Вот такая собачена. Думает, что это правильно. Если кошечка лезет, то и ей можно. Безграничная девочка. Это наша судьба. Жить не можем иначе. Каскадеры, каскадеры. У меня такое утро, мои любимые, такая прекрасная няшная медитация. Люблю вас. Всем божественной субботы. Пусть у вас все-все-все получается. Хорошо отдохнуть. Сделать все. Кто что запланировал и кто не запланировал ничего. Просто будьте собой. Очень-очень люблю вас.